Привет, друзья! Не каждому из вас удастся приехать сейчас в Пенсильванию, поэтому я сделаю вам маленький экскурс о нашей погоде и о нашей местности. Вот вы видите, это карта. Это мы находимся примерно в 10 милях от границы города Филадельфии. И вот у нас сегодня 9 февраля вот такая вот погода. Ну, во всяком случае, мы не жалуемся. 9 февраля 2020 года. Этот мой сюжет называется «Зима в расцвете». Какие-то глупые люди говорят, что климат якобы изменяется, какое-то потепление. Врут они все. Посмотрите. Посмотрите, кругом трава. Это Пенсильвания. В такое время здесь лет 10-15 назад снег лежал. Я могу показать эти видео. Врут они все, нет никакого потепления. Да здравствует солнце! Я надеюсь, вы слышите, как птички поют. Зимний пейзаж. Зимний пейзаж. Hello! Привет всем на всей земле. Вот такой вот зимний пейзаж, синее небо. И, конечно же, нет никакого потепления. И я хочу спеть песню. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. И, конечно же, пусть всегда будет мой кот Тишка, потому что он красавец настоящий. Тишка вышел травку пощипать, да? Котик любит травку. Тиша любит кушать травку. Не ест ни мышку, ни козявку. Вот такой вот добродушный кот, мирный. Кот-вегетарианец. Ну, я надеюсь, из этого видео вы поняли, что нет никакого потепления, а это главное. Ура!